лаборатория зооком-клуба. Я Марина Рыбалковская. И если вам плохо меня слышно, то это даже и хорошо. Потому что сегодня мы предпринимаем попытку нереста рогатых. Еще одну. Напомню, что мы много попыток предпринимали в этом году. Но успешно развели только бразильскую рогатку Ceratophrys aurita. И вырастили. Развели и вырастили. Все остальные рогатки были в той или иной степени неудачными. И сегодня настал черед. Аурита — это круто, потому что это было первое разведение в России. И, в принципе, по пальцам одной руки можно пересчитать заводчиков в мире. Поэтому я была счастлива этому результату. Ну, а сегодня мы пытаемся нарастить самых обычных Ceratophrys cranvelli, чакских рогаток. Многие ждут этого разведения, многие хотели именно первых питомцев рогаток чакских. Было бы классно, если бы это получилось, хоть это и простой вид, но тем не менее, все равно очень долгожданный. И я искренне надеюсь, что в этот раз все получится, потому что сегодня нерестятся Биг Мама и Биг Папа. Как водится, молодой да ранний уже решил, что время размножаться. Самка, я думаю, будет готова к ночи. Она только-только высажена. Ну, ночью или завтра она, наверное, будет уже готова тоже. Посмотрим, что из этого получится. Самка, конечно, у него такая крупная девочка. Крупная. Это рогатки, которых мы, я имею в виду я с Евгением, короче, это было первое для меня разведение рогаток тогда. Хотя нет, обманываю. Самое первое разведение было у Фэнтези. То есть это корнуты не растились все равно с Биг Мамой. Биг Мама всегда снабжала нас малышами. И первое успешное разведение чакских рогаток, это было с Биг Мамой и Биг Папой. Он орет на фоне, хотя я посадила его всего лишь минут 10 назад, нерестовик. Но он очень готов. И более того, вот они. И более того, я нахожусь вплотную к нерестовику. Я очень нагло вторгаюсь в его личное пространство, но это его не очень смущает. Потому что он молодец, он знает, что надо делать. Вообще, эти рогатки опытные производители, блин, и если они не разведутся, то я даже не знаю, что делать вообще. Нас, как заводчиков, можно списывать со счетов. Забудьте о нас, если это пара, не даст потомство, это все. Я не знаю, что это за антирогаточное проклятие у нас в этом году. Он нереально громкий, но Биг Мама пока на него не реагирует. А там у меня сидят бразильские рогатки. Мы подключили новое отопление, новый котел. И у нас стало очень тепло в помещении, даже жарко. И аурите, более прохладные рогатки, им стало жарковато, и мы еще не сделали им постоянного жилья. Поэтому они стоят у нас просто на полу. Но самец ауриты, он очень удивился тому, что здесь где-то начался нерест, что кто-то орет. Позывки у ауриты, простите, этот мусор. И у чакской рогатки, у кранвелли очень похожи. Поэтому он такой, вот видите, прыгает и такой: я ему наваляю, че там за парень у меня на моей территории. Короче, он хочет ловить Биг Папе, но я думаю, вряд ли у него это получится, потому что Биг Папа, он прямо супер мощь. Это наш архирогат. И равно как и большая мама, он
старожилы и главные в этом болоте. Наверное, наша единственная пара рогаток, которую можно так бесстыдно снимать, и которую это вообще не смутит. Боже, для чего вы хороши? Лучшие кадры будут у Евгения, но мне нужен этот бэкстейдж. Видали? Это уникальные кадры. Обычно лягушки боятся. Но Биг Мама и Биг Папа уже не первый раз. Родители, поэтому смотрите, это я в восторге. Я сама это как следует ни разу не разглядывала. Там моя лампа для фото. Я сняла уникальные, очень крутые кадры на фото. Войдут в мою книгу. Yeah.